Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В хореографию я попала, знаете, наверное, лет в 5, да, когда появились первые телевизоры. И у нас в нашей семье появился первый телевизор с такой лупой, вот с такой большой. И я впервые увидела именно трансляцию из Большого театра балета. По-моему, была «Лебединая». И я увидела балерину. И это была Галина Уланова. И я сидела с раскрытыми глазами, с открытым ртом. И я говорю: мам, я тоже хочу так танцевать. Я тоже хочу так научиться этому. Мы с ней начали ходить в наш театр оперы и балета. И она меня еще отвела в кружок танцевальный, тогда назывался, при заводе 4-й ГПЗ. Посмотрели специалисты. И сказали: ну, тут вот коленочки не те, тут вот как бы, да, вот, ну, короче, меня забраковали. Как балерину, как Галину Уланову. Ну, одним словом, не судьба была мне стать балериной высший пилотаж. Вот, и я занималась, да, вот в любительском коллективе всю жизнь, да, у Василия Николаевича Нестерова. Василий Николаевич Нестеров, он в 1937 году создал при заводе Масленникова кружок танцевальный для рабочей молодежи. То есть у него там пляски были такие интересные, сюжетные. Вот. И мне действительно это понравилось. Мы с ним, вот я перешла уже вот в этот кружок, в ансамбль уже. Он уже был ансамбль, народный ансамбль русского танца. Когда я закончила школу общеобразовательную в 71-м году, то мы с подругами думали, куда же нам пойти учиться, куда же нам... Но в то время очень модно было ходить учиться, а почему-то обучаться в высшее образование получать в политехническом институте. И мы с подругой: ну, пойдем, ну, куда сдадим документы? Ну, давай подадим на нефтяной факультет. Мама, когда узнала, говорит: ты что, с ума сошла? Какой нефтяной? Ты тебя... Ну, в общем, короче, мама меня отговорила. И мы с мамой пошли, и она, откровенно говоря, забрала вместо меня документы из политехнического, и мы отдали документы в институт культуры. Вот я закончила институт, и тогда было распределение. Вот, там по-другому не получится. И меня направили в Пензу, в культпросветучилище. Вот, училище культуры теперь называются они. И я там 9 лет преподавала, еще работала в филармонии балетмейстером в Пензе. Потом так судьба распорядилась, что мне пришлось вернуться сюда домой, в Куйбышев. И Василий Николаевич, когда узнал, что я вернулась сюда, он меня пригласил работать на свое место. И он сказал: вот, Людмила, давай, принимай. Правда, он меня не Людмил звал, говорил: Люська. Ну, тогда все проще было. Я в 85-м взяла, а в 87-м нас уже поляки приглашают к себе на международный фестиваль. Ну, граница. Тогда, к тому времени, еще город был закрыт немножко, но нас, так сказать, выпустили. Чтобы полякам было понятно какой-то коллектив, я решила все-таки увековечить кадриль «Самарка», потому что это визитная карточка и бренд уже определенного коллектива. А вот я решила назвать народный ансамбль русского танца «Самарка». И мы поехали. Польша, Западная Германия, Восточная Германия, ну, Америка, естественно, Болгария, Чехия, ну, Болгария. Ну, как-то так вот. У меня две дочери, и они обе пришли в малолетстве. Лена у меня пришла, ей было 5 лет. Катюшка в 3 года еще пряталась за меня.
И когда мы ездили на какие-то конкурсы, они у меня уже в репертуаре. То есть мне приходилось нам голову морочить себе так, чтобы их ввести, чтобы они не просто, извините меня, как чемодан с нами ехали, а чтобы они были участницами и понимали, что такое, как говорится, труд. В детстве я любила всегда больше народный. Мне, честно говоря, классика, ну, так себе, она меня не воодушевляла. Именно народный меня зажигал, меня привлекал своей какой-то душевностью, своей открытостью, оптимизмом, вот чем-то таким коллективным, игровым. То есть, может быть, это специфика нашего именно русского народного танца. В основном я именно русский танец танцевала. Танцевала достаточно долго, но потом как-то меня вывернула судьба в химию. Наверное, здесь мамины мечты сыграли свою роль, что она хотела быть нефтяником. По первому образованию я химик. Я закончила госуниверситет, химический факультет. Это было в 2006 году. Вот, но спустя много лет, поработав на предприятиях, все-таки постоянно задумывалась, вспоминала про танцы. Все-таки меня это тянуло, манило. И уже даже не помню, какой это был год, но я уже была достаточно взрослым человеком. Я поступила тоже в Институт культуры. Начнем с того, что мама вообще была моим первым учителем и по хореографии, когда я была ребенком, и потом по работе с детьми, когда я уже выбрала это своей профессией, мама меня научила работе с детьми. Плюс, конечно, я добавила сейчас уже спустя много лет что-то свое, очень много своего добавила, но изначально вот как бы основой вот я взяла именно ее методику, ее способ общения с детьми, ее вот мотивы, что и зачем она делает. Она меня понимает. Я где-то, конечно, немножко иногда бывает поворчу, но все у своего возраста мы все, наверное, становимся в определенной степени чуть-чуть. Вот, ну, потом это, да, права, дочь, все, молодец, все так и должно быть. Моя дочь, она все-таки, мне кажется, больше бабушка здесь пошла. Вот, она и на сцене, и такая вся артистка, и любит все это дело. Тут и, может быть, ее старание личное, и то, что она в бабушку экстраверт. Я чувствую, как будто я не артист, а я даже кто-то другой. Я игрушками была новогодней. Потом я была этим поросенком из танцев. Ну, из три поросенка. Много чего. Я хочу папуасов танцевать. Она хочу. Вот я сейчас хочу папуасов танцевать. А я хочу еще чупсов танцевать. Бабуля, ты директор? Я говорю, нет, я руководитель. Я говорю, и слово «хочу», говорю, это надо так. Вот когда увидят мама, бабушка, там зритель, педагог другой скажет, ух, как здорово Леруся танцует папуасика. Вот тогда ты будешь танцевать. А для этого надо потрудиться. У нас миллион кубков, миллион, я грубо, конечно, говорю, много. И лауреаты первой степени, и второй есть, и третий есть. Я всегда ребятам говорю, ребят, главное участие, главное посмотреть, насколько ты, на каком сейчас уровне, есть к чему стремиться, есть над чем работать. А потому что звездность, она всегда губит. Вот. А то, что когда мы там лауреат, ой, гран-при, ребята, гран-при, это еще жизнь не закончилась. Вот. Это хорошо подниматься, а вот туда падать-то будет тяжелее. Поэтому, чтобы удержать гран-при, надо ого-го. Это главнейшая для меня награда. Это был 2000 год. За высокие достижения в культуре. Почему? Ну, наверное, на 60-летие коллектива у нас в гостях был Махмуд Эсамбаев. Да, в Самаре. И непосредственно приезжал, поздравлял Самарку. И он тогда сказал, надо же, в такие тяжелые годы, когда молодежь торгует, ну, всем, чем ни попадя, и потребляет. Вот. У вас такой коллектив замечательный, молодой коллектив, молодежный коллектив. И это дорого стоит. То, что мама здесь создала, это я обязана сохранить. Это я обязана нести дальше, так как мама своя в свое время перенесла тоже многое от Василия Нестерова. А также и я тоже
святая святых трогать не буду. Однозначно народный танец, он должен дальше существовать, он должен и в массах продвигаться, и детям мы стараемся прививать это так очень тонко, чтобы вот их не, ну, как сказать, любовь у них воспитать к народной культуре. Мой любимый танец – кадриль самарка, который Василий Николаевич поставил в 22-м году. Мы отмечали 85 лет коллективу и собирались мои первые, которых я с 85-го года вела в Дворце культуры «Звезда». И мы с ними опять вспоминали этот танец. Сейчас, к сожалению, детский контингент, сейчас у нас образцовый театр, все-таки дети у нас от 3 лет детки занимаются до подросткового, там 17-18 уже все убегает, потому что поступают в высшие учебные заведения. И вот, к сожалению, в Самаре взрослые художественная самодеятельность или любительское творчество взрослое пока, так сказать, желает лучшего. Моя золотая мечта, вот голубая мечта, я не знаю, может быть, дочь моя это исполнит. Вот, все-таки, чтобы родители наших детей приходили сюда и изучили этот танец, кадриль самарка, и станцевали. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.